Здравствуйте, сегодня хочу вам показать, как изменить свой IP-адрес очень простым методом и бесплатно. Для этого необходима программа Hotspot Shield. Ее можно скачать в Google бесплатно, и сегодня покажу, как она работает. Так, сейчас я приведу пример. Найду свой IP-адрес. Так, мой IP-адрес вот такой. Чтобы его изменить, просто найдите эту программу. Называется, сейчас я ее открою, Hotspot Shield. Просто напишите в Google Hotspot Shield, download или просто Hotspot Shield, и вы можете ее скачать бесплатно. Чтобы ее подключить, нажимаете Connect. Нужно чуть подождать, пока она изменит ваш IP-адрес. Также там можно выбрать много разных территорий. Я выберу United Kingdom, потому что я сейчас в Англии нахожусь. То бишь это будет быстрее. Надо чуть подождать, и потом я проверю опять свой IP-адрес. Так, по-моему, у нас работало, это можно закрыть. И пишем опять мой IP-адрес. И как видите, мой IP-адрес уже изменился. И если вы сравните с другими программами, которые меняют IP-адрес довольно-таки быстро, потому что я пробовал до этого в Mozilla аддоны. Они как бы работают, но этого, чтобы посмотреть свой IP-адрес, надо было ждать 5 минут. Как видите, это заняло всего пару секунд, потому что все равно это идет соединение с другим сервером, и время, конечно, тратится. Но это вполне способно работать, и вы вполне можете это использовать. Так что, если это вам нравится, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Спасибо и удачи!